Торжественная линейка в Криулинской школе собрала всех учеников. Повод – награждение пятиклассника Михаила Долбилова. Он занял второе место во всероссийском конкурсе рисунков «Полиция глазами детей». Этот конкурс проходит не первый год, и его главная задача – пробудить интерес у детей к профессии полицейского. И действительно, вот в этих работах многие службы изображаются. Мишин рисунок прошел несколько отборочных этапов. Он победил в городском конкурсе, областном, а потом вошел в тройку лучших по стране. В своей работе пятиклассник изобразил сотрудника дежурной части. Рисунок сам называется «На дежурке». Тут изображен полицейский, который сидит в дежурной части. И ему говорят, например, где случилось ограбление. Образ полицейского на Мишином рисунке невыдуманный. Мой папа работает в полиции. Он проверяет наряды. Я очень горжусь своим папой, потому что он заслужил очень много наград. О конкурсе рисунков мальчик узнал от своей мамы. Она работает в художественной школе, поэтому решил, что нужно обязательно принять участие. По словам учителей, Миша с младших классов увлекается изобразительным искусством. Нужно отметить, что, обучаясь еще в начальной школе, Миша всегда принимал активное участие во всех именно творческих конкурсах. И в этом большая заслуга его мамы, которая его всегда сопровождала. Рисует все, что его окружает, и чаще всего карандашами. Но сейчас, говорит Миша, он будет пробовать себя в новом направлении – увлечение фотографией. За второе место в конкурсе пятикласснику подарили фотоаппарат. Елизавета Наконечникова, Марина Агалакова, Интера ТВ.